Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать вступление песни «Прости меня, моя любовь» Земфиры. Я уже делала разбор на данную песню, поэтому вы можете сейчас куда-нибудь вот тут вот кликнуть, перейти и посмотреть, как играть эту песню полностью. Когда я делала предыдущий разбор, я никак не могла найти, как же играть вот само вот это вступление. Не просто аккордами, типа... А именно вот перебором. Поэтому спустя время я как-то на слух определила, что же это за ноты, и сегодня вам их расскажу, покажу, все в помощью таб. Но если вы еще не смотрели предыдущий разбор, как читать табы и что это вообще такое, посмотрите, пожалуйста, его, потому что сейчас вся мелодия будет написана при помощи таб, и вы не поймете, как это читать вот так вот. А мы приступим. И для начала давайте мы ее сыграем. Теперь чуть помедленней. Вы видите, что перед табами стоят какие-то аккорды. Что это значит? Вы можете сыграть эту мелодию в две укулеле. То есть одна укулеле будет играть аккорды, а другая будет играть само соло. Как это может выглядеть? Ну а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Если у вас возникли какие-то вопросы, то, конечно же, пиши это в комментарии. Я все прочту, расскажу, подскажу. Также в описании есть сами табы. Скачивайте, играйте, наслаждайтесь жизнью и ставьте мне лайк за мои старания. Но если вы хотите поддержать мое творчество, то вы можете, конечно же, мне помочь материально копеечкой. Также есть все ссылки в описании. Ну а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока!